Глава Одинцовского района Андрей Иванов проинспектировал ход реконструкции центрального стадиона в Одинцово. Строительные работы проходят по программе губернатора Московской области «Спорт в Подмосковье». В роли генподрядчика проекта выступает компания АСГ «Технострой». На сегодняшний день на стадионе ведутся монолитные работы. Проводится подготовка основания футбольного поля с искусственным покрытием и монтаж инженерных сетей, ливневой и бытовой канализации, водопровода. Отставания нет, идем в графике. Объект будет сдан в срок. Проблемных вопросов нет. Еженедельно мы проводим, то есть заказчик проводит совещание, то есть все решается очень быстро, очень оперативно, все службы подключены. Строительные работы начались осенью прошлого года, и их планируют завершить в ноябре 2019-го. Готовность объекта на данный момент составляет около 25%. Андрей Иванов считает, что центральный стадион обязательно станет визитной карточкой города. Мы увеличили в проекте трибуны. До 2500 можно будет проводить любые массовые мероприятия, в том числе чемпионаты профессиональные по футболу. Подогреваемое поле, что тоже редкость большая, не только в нашем районе, но и в целом Подмосковье. Это добавит людям возможность заниматься круглогодично футболом. Глава муниципалитета отметил, что на обновленном стадионе появятся дорожки для занятия легкой атлетикой и места для прыжков в длину. Кроме того, здесь установят многофункциональные площадки, зону воркаута, обустроят огороженную территорию для занятий волейболом, баскетболом и футболом. Также будут обновлены подъезды к стадиону и тротуары. Организованы парковочные места. На спортивном объекте установят электронное табло, новое освещение и заградительную сетку. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».